оттуда, дорогие друзья. Последним финальным заездом власти D2N. И сейчас определяются имена тех пилотов, которые поднимутся на наградной подиум по итогам сегодняшних соревнований. И пока что очень хорошие шансы на это. Ну а здесь продолжается сражение между Ушаковым и Шабановым. Аксель Алоян, посмотрите, это, возможно, ключевой момент года, что возвращается после Джокера. Значит, он может своим читами потерять драгоценное время. Это все может сыграть на руку Алексею Филимонову. Аксель Алоян тут же упирается в сражающуюся пару Шабанов, Ушаков, и пока что не может преодолеть их сопротивление. Очевидно, что Аркадий Алоян может идти по трассе быстрее и теряет сейчас время. Что касается Алексея Филимонова, до 50-60 трасса. Раньше Алексея Филимонова, и, возможно, это было не самое правильное решение. Но дождемся все-таки развязки в этой гонке, которая наступит уже совсем скоро. Но Алексей Филимонов сейчас на этом должно ему хватить, чтобы остаться лидером. Однако может быть очень плотная борьба сейчас. Да. Последний круг гонки. Алексей Филимонов на Джокере. Смотрим, смотрим. Сохранитель первой позиции Павел Горбачев. На самой дистанции, но Алексей Филимонов. Алексей Филимонов вырывает Джокера в бок два пилота. Алексей Филимонов все-таки сохраняет первую позицию. Хотя очень была опасная ситуация. И Павел Горбачев практически проскочил вперед, но все-таки не сумел этого сделать. Сейчас последние повороты этой гонки, очень напряженные. Борьба за победу в сегодняшнем соревновании класса B2S, Кубок Белого Колосса. Заносит Алексея Филимонова, но он контролирует свой автомобиль, удерживает его на трассе. И Алексей Филимонов уже в последнем повороте. Алексей Филимонов выигрывает эту гонку. Он блестяще держал начальство Павла Горбачева.